Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Жылыту маусымының қарсаңында ең өзекті сұрақтардың бірі коммуналдық секторының дайындық мәселесі. Бұл туралы толық мәліметпен бөлісу үшін бүгін алаңымызға энергетика министрі Қанат Бозымбаев мырза арнайы келіп отыр. Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. И в преддверии начала отопительного сезона актуален вопрос о ходе подготовки коммунального сектора. И сегодня на площадке службы центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозымбаев подробно расскажет об этом. Құрметті Канат Алдабергенұлы, сөз кезегін өзіңізге ұсынуға рұқсат етіңіз. Рахмет. Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті журналистер. Қазақстанның біртұтас энергетикалық жүйесі Ресей Федерациясының және Орталық Азияның энергетикалық жүйелерімен қатар тұрақты жұмыс істеуде. Бүгінгі күні республикада электр энергиясын өндіру 74 миллиард киловатт сағатты құрайды. Тұтыну көлемі 70 миллиард киловатт сағат. Бұл өткен жылдан 6% жоғары болып отыр. Алдағы күзгі қысқы кезеңге дайындық барысы энергетика министрлігінің тұрақты бақылауында. Сондай-ақ бұл мәселе үкіметте екі мәрте қаралған болатын. 2008-2019 жылдардағы жылу беру кезеңінің тұрақты өтуін қамтамасыз ету үшін энергетика, инвестициялар және даму министрлігінің бірлескен бұйрығымен штаб құрылды. Ол штаб жылу беру маусымын өткізу үшін электростанцияларға, коммуналдық шаруашылыққа және халыққа көмірді жеткізуді бақылауда ұстайды. Министрліктер мен әкімдіктердің жауапты тұлғалары штаб құрамына кірді. Тамыздың ортасында проблемалық мәселелерді қарау және тиісті шаралар қабылдау бойынша селекторлық кеңес өткізген болатынбыз. Бұйрық бойынша энергетика министрлігіне күнделікті негізде күзгі қысқы кезеңге дайындық және оны өткізуге және электр станцияларында отынның нормативтік қорын жинақтауға мониторинг жасау бекітілген. Ал инвестициялар және даму министрлігі көмірді тиеу үшін вагондарды қамтамасыз ету үшін шараларын қабылдау, көмір өндіруші ұйымдардан көмірді өндіру және тиеп жөнелтуге, сондай-ақ көмірді коммуналдық тұрмыстық секторға және электр станцияларға коммуналдық тұрмыстық кәсіпорындар мен халыққа көмірді тасымалдауға мониторингті қамтамасыз етеді. Уважаемые журналисты, кроме того, нашим министерством совместно с заинтересованными государственными органами и национальными компаниями на ежемесячной основе проводятся отраслевые селекторные совещания со всеми энергопредприятиями страны. Два раза в месяц информация по подготовке к осенне-зимнему периоду направляется в правительство. На текущую дату на электростанциях выполнен ремонт 4 энергоблоков, это 50% годового объема, 32 котлов, 57%, и 24 турбин – это 53% годового объема. При этом отмечаем, что темпы работ по турбинам и котлам выше на 10% уровня прошлого года. В прошлом году на этот период выполнено ремонт 47 котлов и 43% турбин от плана года. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 24 котлах и 21 турбине сегодня. По электрическим сетям выполнен ремонт 24 тысяч километров линий электропередач, что составляет 85% от плана года, и 4,5 тысячи подстанций, что составляет практически 77% от плана года. Отремонтировано 439 из 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения, это 88% от плана. В целом выполнение ремонтных работ в стране осуществляется по графику. Вместе с тем на контроле министерства находится своевременное завершение ремонтных работ на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау», ГРЭС-1 ТОО «Базел Групп ЛЛС» в Темиртау также, Вахтобе ТЭЦ, Согренская ТЭЦ и Шымкентская ТЭЦ. Это связано с выявлением дополнительных объемов капитальных работ и, как следствие, увеличение сроков ремонта. На топливных складах электростанции накоплено 3,4 миллиона тонн угля,
79 тысяч тонн мазута, что в целом соответствует на сегодня нормативному запасу. До начала отопительного сезона норматив по углю будет создан также на котельной номер 2 города Кокшетау. Они там отстают, запас у них на 7 суток при норме 20 суток. На котельных зоне централизованного теплоснабжения накоплено порядка 1,1 миллиона тонн угля, или 84% от плана, и 25 тысяч тонн мазута, что составляет около 18% от плана. Необходимо нарастить темпы заготовки угля Северо-Казахстанской области, Павлодарской области, а мазута в Акмолинской и Карагандинской областях. Сегодня Северо-Казахстанская заготовила 16% от плана, Павлодарская 51%, а по мазуту Акмолинская и Карагандинская 2 до 9%. За 8 месяцев в Казахстане добыто порядка 70 миллионов тонн угля в целом, что на 4,6% выше аналогичного периода прошлого года. То есть необходимый объем угля по добыче в стране есть. Дело сейчас только за тем, чтобы соответствующие акиматы взялись более интенсивно за работу. И мы видим, что рост поставок железнодорожным транспортом в соответствующие регионы в сентябре начал расти. На коммунально-бытовые нужды и населению за 8 месяцев отгружено 6,7 миллионов тонн угля, что составляет 101,5% к аналогичному периоду прошлого года. Хотел бы еще раз напомнить, что как раз в настоящее время вопросы угольной отрасли передаются в Министерство по инвестициям и развитию. По информации этого ведомства, то есть по мировской информации, на сегодня под перевозку угля задействованы 29 тысяч полувагонов, в том числе 15 тысяч полувагонов, оперируемых КТЖ-оператором, и 14 тысяч единиц других собственников. Министерством согласован график поставки социального мазута на отопительный период в размере 320 тысяч тонн по цене 70 тысяч тенге за тонну, который в настоящее время направлен в регионы, и регионы должны будут в сентябре, октябре, ноябре эти 312 тысяч тонн мазута по цене 70 тысяч должны будут закупить. Напомню, что цена сегодня, рыночная цена мазута, порядка 105-110 тысяч тонн за тонну. И этот мазут, который идет на коммунальные предприятия, он стоит практически на 30-35 тысяч тенге дешевле. Имеющиеся задолженности энергоисточников перед АО «Казтрансгаз Аймак» по газу в размере 4 миллиардов 460 миллионов тенге и 101 миллиона тенге перед «Богатырь Кумыр» по углю за поставленное топливо снижает надежность его поставки в предстоящий отопительный период. Поэтому мы совместно с акиматами работаем над этим вопросом, и поэтапно задолженность как перед «Казтрансгазом», так и перед угольщиками, коммунальными предприятиями из разных регионов страны сокращается. Но, тем не менее, есть большая задолженность еще у МАЭКа «Казатомпрома» перед «Казтрансгаз Аймаком» 3,4 миллиарда тенге, у ЖАЭК «Теплоэнерго» 319 миллионов тенге, Алматы «Теплокоммунэнерго» 205 миллионов тенге, у БАТЭС «Пауэр» 260 миллионов тенге, у Уральской ТЭЦ 141 миллион тенге. Ну, остальные уже не такой значительной суммы. Акиматами регионов утверждены температурные графики работы тепловых сетей. При средней температуре наружного воздуха плюс 8 градусов в течение 3-5 суток, от 3 до 5 суток, решением местных исполнительных органов будет организовано начало отопительного сезона. Айта кету керек, биыл қысқы максималды жүктеме 14800 мегаватт көлемінде болады деп күтілуде. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 185 мегаваттқа жоғары болып отыр. Өткен жылыту маусымда электр энергиясының тұтыну көлемінің жоғарғы шегі 2008 жылдың 28 қаңтарында орын алды. Яғни 14615 мегаватт деңгейде болды. Бұл Қазақстанның энергия жүйесіндегі тарихи максимум болып табылады. Еліміздің электростанцияларын қуаты 18700 мегаватт мөлшерінде болғандықтан, оны
400 мегаватт кормен сенімді жабуға мүмкіндік береді. Ұлттық маңызы бар электростанцияларында жүйелік оператор надай жабыстарын құраммен жұмыс жасауға тапсырма берді. Екі бастос бірінші ГРЭС 5-6 блоктық режимде және қосымша энергоблоктарды үнемі дайындықта ұстау. Екі бастос екінші ГРЭС 2 блоктың режимінде, Ақсу ГРЭС 6-7 блоктық режимде, Жамбыл ГРЭС-ті 2 блоктық режимінде. Қапшағай және Мойнақ гидроэлектростанциялары сәйкесінше 180 және 300 мегаватт дейінгі жүктемемен реттеу режиміне жұмыс жасау керек. Энергетика министрлігі мен әкімдіктер жүргізген жұмыстар шеңберінде энергия кәсіпорындарының күзгі қысқы кезеңге әзірлігіне сәйкес әзірлік паспортын берілуде. Және жұмыстарына бағалау жүзге асырылды. Бұл жұмыс 1 қарашаға дейін аяқталатын болады. Алдағы күзгі қысқы кезеңді сәтті өткізу үшін біріншіден энергия көздерінде электр және жылу желілерінде жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқталу, екінші энергия көздерінде отын нормативті қорын сақтауды қамтамасыз ету, үшінші ықтимал технологиялық бұзушылықтарды уақытылы жою, қосалқы материалдар мен арнайы техниканың болуын қамтамасыз ету қажет. Әзірше мәліметтердің бәрі осы. Қосымша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге мен әзірмін. Назарларыңызға рахмет. Қанат Алдыбергенұлы, біз де сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, сұрақ бөліміне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Пожалуйста, мы переходим к вопросам. Адильхан Элеметов, скажите, пожалуйста, как планируется развитие энергетической инфраструктуры города Туркестан с приданием ему нового статуса? Спасибо. Ну, вы опережаете вопросы. То есть своим вопросом события. Как раз сейчас идет совещание, я так понимаю, на самом высоком уровне. И там обсуждается развитие города Туркестан и в том числе развитие инфраструктуры. А нашими специалистами совместно с местными исполнительными органами проработаны необходимые вопросы по обеспечению инфраструктуры Туркестана и его окрестностей. На сегодня максимум потребления электроэнергии в Туркестане был зарегистрирован в прошедшем осенне-зимнем периоде 29 мегаватт, но предполагается в соответствии с будущим генпланом, сейчас проект уже разрабатывается, что будет резкий рост населения и развитие экономики Туркестана, поэтому предполагается, что к 30-му году рост потребления электроэнергии Туркестана вырастет с 29 практически втрое до 105 мегаватт. Значит, сегодня электроснабжение всего города осуществляется посредством одной подстанции 220 киловольт Кентау, и предполагается, что системным оператором АО «Кигок» в ближайшие несколько лет будет построена новая подстанция 220 киловольт. Кроме того, будет построено 3 подстанции за счет средств инвесторов и государственного бюджета, 3 подстанции 110 киловольт, которые между ними будут проложены воздушные сети электроснабжения 220 и 110. Таким образом, электроэнергетическое, скажем так, снабжение населения и экономики города Туркестана будет закольцовано, что повысит в значительной степени надежность энергоснабжения города Туркестан. Когда закончится проектирование генерального плана, мы узнаем четкие нагрузки тепловые. Сегодня в Туркестане незначительные тепловые нагрузки по имеющимся котельным, которые работают преимущественно на твердом топливе. Поэтому мы будем видеть нагрузки в случае необходимости. В перспективе есть план построить там теплоэнергоцентраль в виде парогазовой установки, работающей на газе с высоким КПД, мощностью где-то около 50 мегаватт электроэнергии и порядка, если считать все водогрейные котлы, чуть более 200 гигаватт тепловой энергии.
Но это со собой повлечет развитие централизованных теплосетей и так далее. Кроме того, мы предполагаем, что с точки зрения развития инфраструктуры и энергообеспечения на юге страны ему нужно будет активно использовать возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнечные, различного рода элементы, фотоэлементы, которые будут вырабатывать электрическую энергию, это на крышах, на стенах домов и так далее. Ну, это такой вопрос ближайших будущего нескольких лет. Спасибо. Есть еще вопросы, пожалуйста. Добрый день, Рашида Мухаммедкалиева, журнал «Транзит КИЗЭТ». У меня вопрос такой. Часто в правительстве в течение лета были заседания, говорилось о том, что отслеживается оборот вагонов, поставка своевременных вагонов, но основная проблема обычно складывается уже на конечном этапе реализации населению, происходит основная наценка. Есть ли какие-то механизмы, благодаря которым государство будет бороться с наценкой? Ну, очень четкий своевременный вопрос. Как помните, в прошлом году, когда произошло некое зимой повышение цены на бытовой уголь, все, конечно, всю ответственность взяли на себя мы, Министерство энергетики. Но сейчас я могу четко сказать, мы передали этот вопрос по углю Министерству индустрии и развития, но я могу четко сказать, что первое, ответственность за обеспечением углем населения и коммунальных предприятий в первую очередь несут местные исполнительные органы. Я работал руководителем, как вы знаете, местных исполнительных органов в двух регионах, и каждое мое совещание по подготовке к зиме, оно включало в себя обеспечение топливом населения и коммунальных предприятий, социальных объектов, таких как школы, больницы и так далее. И каждый аким района этим вопросом занимался, и каждая тонна всегда была на учете. Поэтому если где-то возникают проблемы в регионах, в первую очередь, это ответственность местных исполнительных органов. Второе. Необходимый объем угля в стране есть. Я вам сказал, что добывается значительно больше в этом году угля. Товарный парк есть, и он и был, никуда не девался. Необходимо вовремя и ритмично закупать этот уголь, начиная еще в летнее время, а не пытаться его там в октябре, в ноябре месяце вывести на весь Казахстан из 3-4 разрезов. Конечно, тогда узкое горло создается. И третье, система реализации угля требует совершенствования. Это, опять же, работа местных органов власти должна быть, потому что в каждом районе должна быть не одна площадка, а 2-3, и они должны быть оптовой реализацией угля, откуда могут КАМАЗами вывозить люди для других населенных пунктов. И нужно, чтобы эти площадки принадлежали разным юридическим, физическим лицам, чтобы они конкурировали между собой. Зачастую так получалось в прошлом сезоне, что в некоторых регионах, в районных центрах, в районах там несколько площадок одному и тому же человеку принадлежало. И он, конечно, покупая там по 11-10 тысяч тенге, затем пытался перепродавать по 20 тысяч тенге или по 25, там, отвезя за 30 километров от своей площадки. Поэтому здесь в дело должно, конечно, вступать наше антимонопольное агентство, Комитет по регулированию естественных монополий, анализ товарных рынков и принятие мер – это чисто их компетенция, и здесь нужно четко это понимать. В свою очередь, мы, передавая сейчас функции, фактически с 29 июня мы передали эти функции миру, мы создали совместный штаб, как Минэнерго, и передаем свой опыт, чтобы это прошло безболезненно и спокойно. И МИР делает сегодня мониторинг на еженедельной основе по всем регионам и районам нашей страны. Я знаю, и ежемесячно, еженедельно на уровне министра они рассматривают. Мы на своем штабе совместно рассматриваем. Мы отвечаем за накопление топлива на крупных электростанциях страны. Акиматы отвечают за мелкие котельные. Значит, мы еще за ТЭЦ отвечаем. А вот МИР как раз за коммунальный бытовой уголь отвечает, поэтому мы на своих штабах распределили обязанности и сейчас четко за этим делом следим. Спасибо. Есть еще вопросы, пожалуйста. Сәлем естерме, Дәулет Сілеу, Кайзинформ. Мендегі бірінші сұрақ, осы елімізде көмірмен қамтамасыз ету бойынша штаб құрылыпты.
Осы штабтың жұмысы туралы айтып өтсеңіз, Қазақстанның барлық өңірінде құрылды ма бұл штаб? Штабтың жұмысы қалай атқарылады осы жөнінде? Екінші сұрақ, көмір тапшылығы еліміздің қай өңірінде көмір тапшылығы бар деп айталар едіңіз облыстар бойынша? Рахмет. Данияр, жауап сондай болады. Мен қазір ғана айттым. Көмірді өндеу, көмірді тасымалдау, көмірді жөңілту 29-шы июньнен бастап біз тиісті министрлікке жібердік. Біздің құзыретімізде бұл мәселе қазір жоқ. Бірақ біз информациялық және даму министрлігімен бірлесіп бір штабты құрдық. Ол тек қана көмірді жөңілту, жіберу деген мәселе емес қой. Тек қана көмір емес қой. Бұл штаб күзгі қысқа дайындыққа жұмыстарды атқарылу контроль ұстап отыр. Сол штаб әр апта отырыстарын өткізеді. Тиісті бір әр айдың ішінде біз осы мен әріптесімен бірігіп селектор өткіземіз. Региондармен қай региондарда қай кемшіліктер бар, қай региондарға вагондармен көмектесу керек, қай региондар келісім шартқа отырмай отыр, қай региондарға мысалы разрездер бағасын көтеріп атыр. Сол мәселелерді оперативтік түрде шешу үшін бұл штаб құрылған. Және де берешектер бар, бағана айтылды ғой, газдың берешегі бар, Қазтрансгаздың жағдайларын жөндеу керек, тиісті акиматтар, тиісті мекемелер арқылы қаржыларын жіберу керек, сол мәселелерді шешіп жүрміз. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Агентство Костак, разрешите узнать вот по поводу износа отопительных систем, в каких регионах больше всего они нужны, где более-менее наоборот ситуация получше? Спасибо. Износ каких систем, простите? Отопительных. Отопительных систем? Это чисто коммунальный, конечно, вопрос. Вообще не вопрос Министерства энергетики, но в целом хочу вам сказать еще раз. Значит, вопросы теплоснабжения находятся в видении местных исполнительных органов. И в том числе, когда вы спрашиваете об отопительных системах, вы, наверное, имеете в виду тепловые трубы, да? В разных регионах по-разному, но в последние годы работа в значительной степени, благодаря программам «Нурлы жол» и «Нурлы жер», она в регионах значительно улучшена. Вот в бытность, когда акимом я был по Павлодарской области, была большая проблема с теплоснабжением, допустим, Экибастуза. Там высокие удельные потери были, трубам несколько десятков лет, которые не ремонтировались. Там принятыми мерами проведена определенная работа, и эти проблемы, допустим, в значительной степени ликвидированы были. Большая работа проводится в городе Алма-Ате. Отдельное внимание уделяется, конечно, городу Астане, Северный Казахстан. И все северные регионы, конечно, находятся на контроле нашего комитета по энергонадзору. Здесь председатель сейчас сидит. И на ежедневном контроле эта работа у нас проводится. Спасибо. Есть еще вопросы? Казахстанская правда, Александра Власова. Скажите, пожалуйста, какие изменения произошли в процедуре подготовки энергопредприятий к осенне-зимнему периоду? Спасибо. Благодарим за вопрос. По сути, изменений значительных никаких нет, только то, что мы компетенцию разделили с Министерством индустрии и развития по угольной промышленности, да, и к ним в компетенцию перешла проблема по добыче угля, по оперативной работе с угольными предприятиями, а также по поставкам угля для коммунально-бытовых нужд. Всю остальную работу мы как вели ежегодно, так и ведем, и подготовка к зиме, в принципе, я так смотрю, она идет по плану с незначительными отставаниями в некоторых регионах, я сегодня назвал, там, где у нас зоны рисков были. Но, тем не менее, мы с акимами на ежедневном контроле, соответствующими акимами областей я разговариваю, с заместителями акимов мои замы отрабатывают, и комитет по энергонадзору
и собственниками предприятий. Каждый котел, каждый блок у нас сейчас на контроле, и мы думаем, что подготовка к зиме идет надлежащим образом. Но есть вопросы, когда, допустим, вскрыли какой-то котел, выяснилось, что там работы в два раза больше, чем предполагалось первоначальным планом. То есть там на месяц сдвигается, бывает капитальный ремонт и так далее, пока привезут соответствующие запасные части и так далее. Вот эти вещи, они происходят, на них тут особо мы не акцентируем, но мы держим это дело на контроле. И в первую очередь Темиртау, Кентау, там, где есть, скажем, в прежние годы возникали проблемы, мы эти регионы держим на своем контроле. Құрметті әріптестер, осылайша біз бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев мырзамен елімізде жылыту маусымына дайындық барысы жайында сөз қозғадық. Сізге белсенді қатысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қанат Алдыбергенұлы, сізге де алғысымызды айтамыз. Осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескен шаман сау болыңыздар. Рахмет.